Сейчас, вот оглядываясь назад, я понимаю, что есть некий какой-то твой духовный путь, и тебя кто-то ведет по этому пути. Я никогда не поступал в театральное училище имени Щепкина, которое я закончил, и где я потом преподавал долгое время. У меня была Щука, ГИТИС, МХАТ, ВГИК. Как все мы абитуриенты, ну, бывшие абитуриенты, так скажем, бегали везде на прорыв, где получится. И мечтал, конечно, о карьере драматического артиста. Но через год после армии меня очень легко приняли на речевое отделение Щепкинского училища.